Всем привет, у нас война. Сейчас пойдем убивать. Я думаю начать с предводителя. Надо обновить поле. Так, говорят, что шансы у нас есть победить. Так что будем стараться на этот раз. Стараемся не геройствовать. Так, Соня. Я думаю, хорошие отряды Кириллу отдать. Пойдемте попробуем убить. Кому-то же это все равно надо делать. Я, конечно, понимаю, что синим тапкам это задача не из простых. Ну, а вдруг получится, да, с другой стороны? Синие камни есть, но не там, где мне хочется. Попробуем в рыцаря. Блин, а мне рыцаря-то нечем диспелить. Что-то я про себя подумала. Соню взяла. Ой, дура. Так, ну можно вот подтянуть синий камушек. Сейчас он уйдет в рыцаря, но рыцарь же не умрет. К сожалению. Блин, вот позорище слилась-то как, а? Еще лечилка на войне противная. Так, Сони нет. Шотеров нет. Рыцарь не погибает. О, смотрите-ка, есть шанс убить рыцаря. Сейчас главное, чтобы Кирилл... А, нет, Кирилл не выживет. Черт. Стоп, стоп, стоп. Хотя бы рыцаря-то убить. Что ж это такое-то, а? Слушайте, ну не повезло. Не повезло. Ну, кем еще против него-то можно? Зелеными попробовать можно. Пойдемте зелеными. Все равно его надо убить. Почему я решила против самого жирного взять синюю и зеленую команду? Вот скажите мне. Ну ладно. Тем интересней. Правильно же? Но тем самым шансы на войне тают. Но у нас на самом деле откроется этот сундук. У нас там одно очко всего осталось. Надо добрать. Так, ну, я думаю, что я Веллу убью. Ну, все. Ну вот, другое дело. Вот это я понимаю. Вот здесь мы выиграли. Интересно, а Мелиндор может снять вот эту броню от таланта? Но я пока не хочу его использовать. На самом деле будет еще где Мелиндора применить. Так, давайте ее добьем, потому что она все-таки будет хилиться. Еще ультанет, ну ее в баню. А вот рыцаря можно заряжать спокойно. Сейчас Хоргал еще дойдет. Давай, красавчик Хоргал. Не подведи. Сейчас снимем эту ерунду. Так. Ну что? Мне бы еще немножечко маны. Знаете, что я тут попробовала? Я попробовала поиграть в танки. Вот эти вот, которые онлайн. Вы не представляете, какой я рак. Просто они на меня, когда нападают, я начинаю визжать. И ничего не могу сделать. Мне вообще не прицелиться. А еще меня бесит, что они медленно ездят. Они настолько медленно ездят. Это очень раздражает.
Хотя там, конечно, разные модели танков есть, но если ты быстро едешь, то надо ехать вперед и иметь руки. А я полный лох. Но на самом деле забавно. По крайней мере, не надо особо качаться, чтобы поиграть, зайти. Все, этого расчехлили. Ой, я уже думала, она не это, не убилась. Так, здесь тоже кто-то покусал. Так, ну давайте, наверное, попробуем желтыми вот сюда, на Хиону. Я сегодня хочу всех взять жирненьких, самых сильных. Так, давай Джун в эту сторону. И кто у нас там? Шакал. Все, гоу. Давайте сейчас Хиону по-быстрому. Надо разделать. Да, разделали. Даже красный тапок здесь бы зашел намного лучше. О, подтягивается желтый камушек. Отлично. Давай, Хиона. О, сдохла. Слава богу. Еще один камушек. Сейчас в Джуна зайдет. Джун мне сейчас шакала убьет. Нет, он решил Джуна убить. Так, а что нам делать-то? Давайте, наверное... Я даже не знаю, куда шакала спустить, смотря под кем камни появятся. Давайте надеяться, что выскочит посерединке. Не выскочил. Беда. Так, ладно, Джуна я использую, иначе... Ой, Джуна, шакала, а то я потом... Он сейчас может уже сдохнуть скоро. О, смотрите, как удачно вылезли камни. Так, добиваем Теллу от греха подальше. Так, теперь мне нужен еще камушек. И еще нужен. Сейчас магний по нам, конечно, ударит. Кого ты выберешь? Блин, самого живучего решил мне грохнуть. Живи, Леня, живи. Так, давайте Азлара обезвредим и похилимся немножко. Так, еще один камушек собираем. О, смотрите-ка. Поможет мне это? Блин, я боюсь, что нет. Но может быть мы добьем магни? Давайте попробуем его добить. А вдруг? Да, магни. Так, теперь кого? Теперь, наверное, Джуна. Давайте Джуна. Живи, Леня, живи. У нас появились шансы. Так, ману я не съела ему. Давайте желтые камушки. Сейчас подтянем вот здесь. Отлично, только бы Азлар не зарядился. Нет, Леня, все, теперь у нас нет шансов. И этого сейчас вылечат. Так, ну, может быть... Ну, надо рисковать, потому что... Ну, если бы что-нибудь вылетело под Джуном, вдруг бы его убило. Ладно. Ну, ничего, нормально. Для желтого тапка очень даже неплохо. Так, кто у нас там остался? Два красных. И... Кто у меня там остался? Забыла. Два красных и фиолетовый. Вот давайте сейчас фиолетовым возьмем кого-нибудь пожирнее с Беллой. Ну, вот, например... То вот ты есть и ты есть. Вот мы можем фиолетовым идти. Единственное, что тут Баргламот. Ну, пошли, все равно кому-то надо его бить. Сейчас мы жирненьких поставим, кого не жалко, по бокам.
Так, Доми, Абакан. Все, погнали. Ой, что-то давно я не воевала. Прям мне так нравится, нравится. Азарт проснулся. Так, ну давайте соберем три сейчас в Беллу, в Теллу. Когда их перестану путать. И еще мне нужны фиолетовые. Блин. Где их взять только? Давайте попробуем в Мицуку. Может быть, здесь появится что-то. Хотя, конечно, шансы крайне малы. Сейчас подзарядимся. Телла не готова. Успеем мы зарядиться? Наверное, нет. Ладно. Так, мне бы Ригарда набрать. Как вы смотрите на это? На Ригард не набирается, но есть шанс убить Мицуку. Есть шанс убить Мицуку. Убивать ее? Давайте убьем. Должна она убиться вроде как. Да, убилась. Хорошо, минус один. Теперь сейчас Посейдон мне убьет Ригарда. Да. Велла ему поможет. Решили Абакана. Ну, ой, Абакана. Макара. Так, давайте забросим в Посейдона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все-таки Ригард пострадал. Так, ну и добьем Посейдона. Все. И это конец. И это конец. Это конец. Ну ладно. Да. Что-то у меня на этой войне все плохо. Так, хорошо. Кто дальше? Ну, пойдемте, наверное, красными. Красными либо сюда, либо на Веллу. Ну, пойдемте, наверное. Так, этот 4300, этот 4400. Да все, блин, противные. Ну, наверное, там, где есть Альберих, надо идти полноценной красной командой, не выпендриваться. Так, Грозуль на следующий тапок у меня останется. И... А давайте, может, Колина возьмем? А в ту команду возьмем Скарлетт, Гормика. Они хотя бы быстрее там будут заряжаться. И Грозуль. Да? Да, давайте так. На поживучий все-таки здесь Колин может успеть дожить. Вот. Здесь, конечно, два медленных, но они живучий, чем другой тапок. Ну, смотрите, смотрите. Сейчас сразу под комбо заходит в Теллу. И в Альбу. Ой, ну вообще красота. Ну, красота, скажите. Вот это я понимаю. Так, я думаю, что я Зимку приберегу. Я сейчас бафнусь. Зайду Колином. Елена. И Марьянка немножечко подпалит Веллу. Надо было, наверное, сначала Марьяну, а потом Колина, да? Ну, ладно. Я уже расслабилась. Видите, как тут у меня унесло с двух ходов. Минус два зеленых перса. Прям красота. Все, вроде как добиваем мы Веллу. Отлично. Все, Зимку можно тоже использовать. Думаю, что сейчас Жан догорит. Да, Жан догорает. Добьешь Марьяна? Дрейка. Блин, сейчас похилится. Заряжу в него. Давай, камушек. Один остался. Одного камушка не хватает. Ну,
все четенько. Отлично. Пока, Дрейк. И остался у меня красный недотапок, но я пойду на Теллурию им. Потому что это красная мона. Вот как раз у меня остался целиковый. Супер. Так, Грозуль. Ты нам нужна. Горилла нам нужна. Скарлетт. Гормик. Так, Клык. Гормик, где ты? Да что ж такое-то, я его вечно теряю. Вот таким вот образом. Нормально? Бить есть кем, да? Все, были бы камни и победим. По-любому. Надо еще зарядить грозуль перед тем, как ультанет Телла. И все будет четенько. Почему я решила сразу могилу зарядить? Вот скажите мне. Вот так вот. Блин, грозуль не зарядится. Все, короче, я проиграла. Сейчас могила уже по мне ультанет. Телла ультанет. Камней до сих пор нет. Короче, этот тапок я залила. Я же попробую что-нибудь изобразить, но эти не доживут, к сожалению. Главное, мне правый фланг сносит. Все-таки Клыка и Скарлетт жалко. Да и Грозуль жалко. Так, сейчас под комбо еще зайдет в Теллурию. У меня кто-нибудь зарядится сегодня? Уже готов Баргламот почти. Давайте, наверное, похилимся Грозуль, потому что хила больше нет. Интересно, Телла добьется. Мне бы хотелось ее хотя бы убить. Но Баргламот, по идее, яд не повесит. Ну, уже хорошо. Так, ну выпади камушек красненький. Я хочу добить Теллу. Добейся, пожалуйста. Фу, ну хоть знаете, это задача минимума выполнена. Ладно. Для красного недомона я довольна. Ну чё, отыграла я, конечно, хреново, прямо скажем. Где-то там, в глубине, я должна быть... Ой, я даже еще не на самом последнем месте. В любом случае, сундук войны мы откроем сегодня. Я вам лут покажу. Ну, мы как-то пока наравне, да, идем. 5 камней не идут. Да камни не идут. Это уже нормально с 2 тапков убивать. Так, 61 тапок здесь и 2 здесь. А, они набили, собственно. Они уже все, больше 500 не набьют. Значит, нам надо... Я думаю, что у нас есть шансы победить. Потому что у нашего противника... Видать, тоже все не очень хорошо заходило. Давайте посмотрим. Да, вон, смотрите. Здесь только один шот. Ну, здесь побольше. Но тоже все не с одного тапка. Так. По мне тоже 2. Здесь тоже меня с 2 вынесли только. Здесь вон нули. Единички. Ой, бедняги. Здесь с 1 меня вынесли. Так. Здесь тоже с 1. А, нет, смотрите-ка, с 2. Троечка. Ну, нормально, слушайте. 3 атаки, из них... Сколько? Или 4 атаки? 4 попытки убить. И из них 3 с 2 тапков. Очень даже ничего. А я сколько шотов сделала? Я сделала 1, 2. Да? 2. 2 из 4. Ну ладно, бывает.
Итак, мы победили на войне. Пойдемте откроем сундук. Наш противник совсем чуть-чуть набрал очков. Ну, как бы 5500 – это очень мало, я считаю. 6 – это, ну, минимум для крупного альянса. Ну, короче, с Богом. 100% участие у меня наконец-то. Нигде я не это, не прошлялась ни одну войну. Смотрите-ка, эмблему мне насыпали для Лианки. Эмблема сброса. Ну, так себе. Чё, нормально. Пойдет. Пойдет. Все, всем пока.